США перестает работать iPhone с двумя сим-картами. Проблемы возникли у одного из американских операторов мобильной сети. Компания обещает исправить неполадки. У владельцев новых двухсимочных iPhone, пользующихся услугами оператора Verizon, перестает работать eSIM. Об этом сообщает ПКМГ. Обладатели iPhone XS и XR не могут воспользоваться второй сим-картой. Кроме того, они не могут заходить в интернет и передавать данные. Неполадки возникли только у оператора Verizon. При настройке тарифа на электронную сим-карту eSIM, iPhone автоматически переключается на 2G интернет. Это делает пользование сетью практически невозможной. В компании заявили, что тесно сотрудничают с Apple и обещают исправить проблему в ближайшие месяцы. Недавно iPhone открыли без пароля с помощью Siri. Хитрый способ взлома показали на видео. Ранее производители рассказали, что камера iPhone XS не будет делать селфи слишком красивыми. Новости от Correspondent.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.